Военнослужащего, проходящего службу по контракту, и его семью обеспечивают жильем на протяжении всего срока службы, а после определенной выслуги лет он может оформить военную ипотеку на льготных условиях. Кроме того, семьи контрактников могут рассчитывать на возмещение оплаты услуг ЖКХ. Федеральным законодательством установлена компенсация 50% от ежемесячной оплаты в случае достижения общего стажа военной службы свыше 20 лет. Детям военнослужащих не имеют права отказать в местах в детских садах и школах по месту службы. Один раз в год оплачивается проезд до места отдыха и обратно. И не только военнослужащему, но и близкому родственнику. После увольнения контрактники имеют преимущество при поступлении в вузы, училища и колледжи. Еще один бонус – это досрочная пенсия, но только после 20 лет выслуги. Также государством предусмотрено единовременное пособие при увольнении с военной службы при общей выслуге менее 20 лет – 2 оклада денежного содержания, а при выслуге 20 лет и более – 7 окладов.